для мене це взагалі перший семінар в моїй тренерській кар'єрі. І мені цікаво було дуже подивитися. От два дні ми вже тут, і два дні дуже цікаві семінари, тому що я зараз працюю з дівчатами 12-11 років, і якраз цей семінар якби присвячується цьому віковому проміжку. І, в принципі, мені все подобається, що тут відбувається, і як особливо викладає свою тему Саша Груїч. Тобто він і дає якісь вправи, і зразу він робить акцент на помилки, які вже роблять там хлопці чи дівчата. Є можливість також поспілкуватися з іншими тренерами, як може вони там викладають теж для цього віку. Ну, дуже цікаво. Такі от семінари, я думаю, вони будуть способствувати, якщо їх часто проводить частіше, то, думаю, розвиток баскетболу дитячого на Україні буде процвітати. Ну, семінар дуже-дуже полезний, приходить на високому рівні, дуже приємно, що приїхали тренера такого високого уровня. Видно в каждом слове, в каждом движении, в каждом упражнении, которое они дают, что люди подготовлены, что они уже знают. И я вот сидел так, себя поймал на мысли, что для тренеров, которые работают с детьми, именно сам этот семинар направлен больше всего на эту тему. Потому что можно найти для себя очень много интересного подчеркнуть. И много чего можно прямо тут же использовать в своей работе. И очень благодарен тому, что делает Федерация Машин Баскетбол Украины, потому что сейчас такая тенденция, что сдвинулись с той точки, для того, чтобы было какой-то был информационный вакуум. Сейчас он заполняется, то есть уже за последние вот, там, 3 месяца у нас уже появились в Украине 2 таких хороших, был в Харькове семинары, сейчас в Киеве. Я думаю, что это очень полезная, очень правильная работа ведется именно в нашей федерации. В плане то, что как вот и полезно было то, что говорил Евгений Яковлевич, то есть какой должен быть тренер, как он должен подходить к работе, это очень полезно. То есть оно не имеет никаких возрастных цензов, то есть то ли это дети, то ли это взрослая команда. А здесь, да, тоже, ну, тот же самый, те же самые какие-то технические индивидуальные, ну, элементы, которые можно использовать там в разминке или что. Ну, то есть все полезно. Это я думаю, что для всех возрастов. Где-то до 15 человек у нас делегация собралась. Все так серьезно к этому отнеслись. И тут не только из Днепропетровска, я смотрю, что все города представляют очень большое количество людей. Дякую. Спасибо. Если там не успеваешь, ты что будешь делать? Надо поймать баланс, чтобы вернулся обратно. Поэтому я опять говорю, что все исходит, что хочешь. Значит, что касается этого, все надо пропустить через голову. Значит, не бери диски там и решаешь. Все, там, такие отвратительные вещи, которые не можно сделать. А есть отличные, которые супер проходят. Это первый случай, когда вы приезжаете в Украину для того, чтобы провести семинар? Нет, что касается семинара, первый раз. Значит, второй раз в Украину вообще был в Мариуполь там, на соревнования этой Европейской лиги. Впечатление вообще и погода хорошая в сравнении с московской. Поэтому я очень доволен этой поездкой, даже при всех проблемах, которые со здоровьем, температура у меня в поезде началась. И здесь уже проблема тоже еле-еле выдержал, но максимально старался, чтобы этому аудиториуму, который почти 200 человек пришло, это большой респект и молодец, скажем, Киеву и Украине, что пришли все. В принципе, у меня большинство этих вещей в голову есть, как это все должно выглядеть. Да. Значит, здесь специфика такая, что меня пригласили на одни темы, а потом другие. Но все равно у меня было много семинаров в Москве, и поэтому у меня что-то есть на бумагу, но всегда все это надо постепенно, как на тренировку, так и на бумагу должно все быть в порядке. Уже в каждый вид спорта уже наука глубоко зашла, поэтому как сказать, ожидать, что что-то придет, без этого вряд ли. Поэтому любой вид спорта уже наука много глубоко. Значит, и книжки, и диски, и уже не только баскетбол, сколько физиология, сколько все эти биомеханика. Очень важно, чтобы построили
угли правильно, как ножка, как рука, под каким углом. Поэтому я достаточно в этом долго лет работал с младшими и учился у известного профессора из Сербии Александра Николича. Поэтому стараются, чтобы эту дорогу, которую он так поставил, много не уходили. Не портить его имя практически.